Всем привет! Ну что ж, хотела поделиться эмоциями одной из девушки, которая покинула шоу на первой вечеринке. Помните? Такая была замечательная девушка по имени Юлия. Она вызывала неоднозначную реакцию у зрителей, но лично мне она импонировала. И вот ей решили задать вопросы, на которые девушка с удовольствием ответила. Первый вопрос был, сколько снималось шоу. Девушка ответила, что съемки первой серии начались с утра и продолжались до обеда следующего дня, без сна и отдыха. Также она пообещала, что об этом расскажет подробнее позже. Ее подписчики в Instagram задали вопрос, а сами ли девушки выбирали образы на первую вечеринку. На что Юлия ответила: нет, все, что зрители видели в кадре, это был только выбор стилистов и команды шоу. Лично ей ее образ не понравился, и в жизни она выглядит совершенно иначе. Этот образ ей не подходил. Лично я не соглашусь, мне образ Юлии понравился. Еще один вопрос был про качество вина, которое девушкам наливали на первой вечеринке. На что Юлия ответила, что вино было максимально некачественное. Про качество на этом шоу не беспокоиться. Как всегда, самый интересный вопрос, который задают всем участницам всех сезонов, что на этом шоу есть фейком, но все считают, что это правда. Юлия на этот вопрос ответила так, что самым большим фейком есть то, что холостяк сам решает и сам выбирает девушек. Ну и, конечно, ей задали вопрос, какое впечатление у нее от холостяка. Изначально девушка ответила, что нам не понравится ее ответ. Но позже она добавила, что у Александра мало практики в общении с девушками. Она привыкла, что с ней общаются мужчины совершенно по-другому, более уверенно. Все же Юлия сообщила, что ни о чем не жалеет. Неужели она похожа на ту, которая может о чем-то жалеть?